Уважаемые жительницы Раменского, Бронниц и Жуковского, приглашаем вас в Центр амбулаторно-онкологической помощи для скрининга молочной железы. В настоящее время во всем мире проходит месячник, посвященный борьбе с онкологическими заболеваниями молочной железы. Рак молочной железы занимает первое место среди женской популяции населения, поэтому важно регулярно проходить исследования. 28 октября в Центре амбулаторно-онкологической помощи в рамках поликлиники Центральной областной больницы пройдет День открытых дверей, направленный на борьбу с заболеваниями молочной железы. В рамках Дня открытых дверей будут консультации онкологов-мамологов, а также необходимый комплекс диагностических исследований. Для участия в скрининге приглашаются женщины старше 18 лет, не беременные, не кормящие грудью, ранее не установленным раком молочной железы и не выполнявшие операцию по мамопластике. В связи с постановлением губернатора по ограничительным мерам в рамках Московской области на скрининг заболеваний молочной железы приглашается ограниченное количество женщин Раменского, Жуковского и Бронниц. Предварительная запись обязательна по указанному номеру телефона. Будем рады вас видеть!